Вот так у нас в Питере троллейбусы ездят. Скажем так, электричество экономит. На самом деле все проще. В этом месте, как вы видите, проводов нет вообще. Но нету тут проводов. А троллейбус ходить должен. Что делать? Правильно. Берутся троллейбусы с аккумуляторами и погнали. Маршрутка, блин, рогатая. Ну что, ребята, обновку себе прикупил. Посмотрим, получится ли из нее что-то выжить. Китайоза согласен, но брал ради вот этой штучки. Ради М2. Надеюсь, в нужном порте, если нет, буду переставлять. В сборе с процессором. Само собой, Xeon или Xeon, как его там называют. Вот такой вот хренотень. Сейчас буду въезжать что-то как и монтировать вместо своей. Вот обратная сторона. Надеюсь, качество пайки будет как-то видно. Все-таки 4К видео. И это то, что у нас будет сзади. Портов, конечно, немного. Но, надеюсь, мне хватит. Ну, а вот мой сейчас системник. Взамен этого я буду ставить ту маленькую платку с тем большим вентилятором. Лишь бы, конечно, это все в корпус влезло. Что-то у меня уже начинают терзать сомнения. Ну нет, надеюсь, влезет.
Ну, вроде все. Вентилятор перекочевал вон туда. Надеюсь, от него хоть какой-то толк будет, если я еще не перепутал направление вращения. Ну, короче, вот, что получилось. Как некоторые скажут, кабель менеджмент у меня страдает. Согласен. Ну, и у меня как бы непрозрачная крышечка. Пофиг. Главное, чтобы вот это дело сейчас встало. И есть подозрение, что оно не встанет. Да и логичность, на самом деле, уже под вопросом. Но надеюсь, что встанет. Встает, вроде. Не будет ли мешаться, это, конечно, второй вопрос, но вроде встает. Значит, осталось подать питание. Питание возьмем вот здесь. Если попадем. О, есть контакт. Контакт, есть контакт. Ну что, пора проверять, что получилось. Не удивлюсь, если первый раз не включится. И нужно будет что-то еще похимичить. Но посмотрим. Ну что, друзья, на удивление, с первого раза все работает. Ну, по крайней мере, винда запустилась. А все ли там работает или нет, это мы увидим чуть позже. И не шумно. Только вот вентилятор, я так и не понял, крутится или нет. Что-то его не видно даже. Блин. Крутится. Настолько хорошо крутится, что его реально не видно. Там зато виден этот вентилятор от процессора. Ну и спереди пришлось пока вот такую фигню сделать. Я забыл, где моя заглушка. Я же сюда врезал картридер, который хреново работал. Ну, сейчас он остался не при делах. И неплохо бы это дело заглушить. А я забыл, куда заглушку дел. Неудивительно, что он попросил перезагрузиться. Иначе не сможет что-то там донастроить. Ну, пусть перезагружается. Посмотрим, что будет. Включаемся. Пока еще с SSD. Потом мне нужно будет с обычного SSD переносить все на M2, если оно, конечно, работает. Но сначала надо дать ему устаканиться со всеми его дровами. Ну и важная часть марлезонского балета – клонирование диска. Причем не в режим переноса, а в режим использования на двух машинах. Потому что, а вдруг? Лучше я потом отформатирую диск, а этот... Ну, короче, чтобы не умерли данные. Будет два одинаковых диска. Так надежней. Посмотрим, что будет. Он работает, не мешаем. Кстати, вот что у меня было. Самсунговский SSD EVO 860 на 250 гигабайт. Диск, конечно, хороший, но постепенно устаревает. Ну что, ребята, вот что мы получили. Это я сейчас в биосе. То есть диск у нас явно виден. Патриот M2 P300. Модель размер 512. Ну, короче, все круто. В разгон я не лезу, потому что человек, которому я продал плату, уже там наковырял. Сказал, все уже хорошо работает. Я, честно говоря, даже не хочу туда соваться. Меня устраивает то, что он работает хорошо. Все. И смотрим, за сколько времени будет загружаться система. Не понял. А, понял. Ага, понял. Забыл, что, куда, зачем, откуда, как, когда и почему. Смотрим. Сразу напомню, образ старый, этому образу много лет. Он уже переносился с диска на диск несколько раз. Винду не переустанавливал уже лет
От 3 до 5, хрен его знает. Все, винда работает полностью. Интересно только, как сетевая здесь работает теперь. Это как я искал Acronis. Я его нашел. Так. Что такое? Не понял. Интернет Ашан и Майя? Да нет, Майя. А вот. Оклемался. Скорость интернета. Ну, немножечко кто-то в сети. Из моих домочадцев. Поэтому до 400 он с трудом ползет. Когда я единственный ночью в сети, 400 у меня получается за мгновение. Ну, то есть все нормально, все работает. И, надеюсь, Саша мне не помешает. Ну, в общем, все работает. Ну что, ребята, все эти тестовые утилиты и так далее я не люблю. Я проверяю под нашему, под Онопедровски. Создал новую папку. Games. Копирую. Там у меня объем 37 гигов. И в новую папку будем вставлять копию. Посмотрим, с какой скоростью это дело будет идти. Пока фиговенько. Смотрим, разгонится или нет. Пошел процесс, пошел. Вот ради чего я с этим всем бился. Видите, да? От 500 до 800. Где-то в этих пределах колеблется. У меня такой скорости в жизни не было никогда. Максимум, что я видел, это соточку. Теперь я вижу в 6 раз быстрее. Вот ради этого стоило потратить деньги. И подсчитываем, что я потратил. Благодаря тому, что я на Авито купил плату, с которой уже поигрался мужичок, ну, примерно ровесник, может, чуть-чуть. Да нет, наверное, ровесник. Потом он решил ее все-таки продать, то я ее купил за 14 тысяч. Плюс мне пришлось купить М2, потому что в его комплекте была мать, оперативка, процессор, вентилятор, но не было М2. М2 пришлось докупить. Ну и что мы получаем в итоге? А, ну давайте. Это фиг с ней, пусть еще копирует. Запускаем CPU Z. И оно сейчас вам покажет, что у меня получилось. За 14 плюс 4 с чем-то. За 19 тысяч. Xeon E5 V3. Ну, напоминаю, системник у меня был, видяха у меня была, блок питания у меня был. На сокете 2011, ну или 2011. Версия 3, кстати. Тут почему-то хз где найти. Ну, неважно, короче. Процессор версия 3, а соки 2011. Это я уже начинаю путать. Ну и параметры вы видите. Я думаю, все достойно. Если нажать на бенчи, бенч, не глядя на то, что у нас здесь вот все это кочегарится. Видите? Вот здесь у меня на прошлом процессоре, на моем Ксионе, про который, кстати, тоже есть видео на канале, было 1600 или 1800. Здесь мы видим уже 3200. Это прирост уже такой, на мой взгляд, неплохой. Поэтому я доволен. Я сделал все, что хотел. Если кому интересно, что это за парниша и что у него там продавалось, я информацию и ссылочку на лот, на Али, ой, господи, на Авито, добавлю в описание. Всем спасибо. Латуха, апгрейд закончил. Надеюсь, теперь видео буду писать намного быстрее. Точнее, рендерить. Всем пока.